соревнования. Какие же молодцы Анна с Алексеем. И я особо хочу отметить прогресс Анны. Но опять же, у них первый стартовый номер в финале. Это может сыграть не в их пользу. Держи нас, чтобы мы не расплакались. Ой, держитесь, не плачьте. А зрители поднаторели и новую придумали кричалку, если хотите, в поддержку Анны с Алексеем. В центре Анны Большовой, Алексея Тихонова. За технику 6-0, 6-0, 5-9, 5-9, 6-0. Ну что ж, оценки почти максимальные. За артистизм 6-0. Вот так, все шестерки за артистизм. В сумме у них 11,96. Очень сложно будет превзойти этот результат. Очень сложно двум другим парам. Мы задрали планочку, уважаемые народы, это страшно. Екатерина, пожалуйста. Перед тем, как Алексей и Аня начали танцевать, я молила: посмотрите на меня. Я хотела сделать вам вот так. Я хотела вас перекрестить. Вам очень нужна была поддержка сегодня. Случайные падения, они могут выбить из колеи. Но Алексей – настоящий мужчина. Только настоящий мужчина может позволить себе плакать и показать свою слабость. Потому что это истинно сильный человек. Мужчины закомплексованные, они никогда не плачут. Они до конца будут держать лицо. Алексей, вы великий фигурист. Вы невероятный партнер, и вы очень хороший человек, потому что здесь конкуренция. Здесь не все могут быть до конца такими открытыми людьми. И это правильно тоже, потому что это спорт. Но все знают, Алексей приходил к своей партнерше Маше Петровой, и я не знаю, он чуть ли не батут перед ней там раскладывал, чтобы Игорь Бутман ее не уронил, потому что для него была важна и победа этой пары тоже. Это тоже может позволить себе только сильный человек. Аня, как актриса, невероятно раскрылась и в этом проекте тоже. И та энергетика, которая сейчас шла от этого номера, я думаю, что все это увидели, потому что и страдания, и эмоции, и переживания – это все, что могла передать только настоящая актриса. Я желаю вам ролей, я желаю вам настоящих режиссеров. Илья Авербух вас очень любит и для вас делает такие преференции, что вам легко быть лучшими. Хотя сейчас, вот действительно, мы все совещались, мы не знаем, что делать. Три пары, три самые лучшие пары остались сейчас на площадке. И остались три самые сильные. Как судить, непонятно. Я сегодня пришла сюда не судить. Я ваша поклонница, я вас люблю, и я ставлю высший балл за все вам. А что касается, моего судейства... Ну, оно относительное, наверное, просто действительно я поклонник этого проекта. Посему, значит, я согласен с Геннадием Андреевичем, значит, чтобы мы, наверное, хотели бы оставить все пары, включая, значит, пару, которая сегодня выбыла. Значит, Геннадий Андреевич, значит, не забудьте про золото партии, тогда хорошо? Будьте любезны. Замечательно. И еще, знаете, я не буду так долго отвлекать. Аннушка, позвольте мне вас так назвать. Значит, мы коллеги одного театра. Я не знаю, какие будут у вас еще роли в театре и в кино, но то, что это главная ваша роль, это безусловно. И поэтому шестерки. Спасибо. Главная судья проекта, Татьяна Анатольевна. Аня, Леша, я вас люблю. Вы с первого шоу на проекте до самого конца. Вы были все время в тройке. Первые, вторые, третьи, редко четвертые. Все время в тройке. Это большой тяжелый груз. Вы творческий. Вы поразили мое сердце сразу. Потому что талант, он сразу виден. И он тебя захватывает с собой.
Я так рада, что вы дошли до финала, что вы боретесь за то, чтобы быть лучшими. Но вы катаетесь первыми, и поэтому я поставила вам эту высшую оценку, и какая будет для других, я не знаю. Но, конечно, мне хотелось поставить 6-0, 6-0. Но я, как профессиональный человек, не имею права этого сделать, потому что я лишаю возможности других участников быть лучше или быть такими же. Хотя я думаю, что оценивать будут зрители. Я горжусь, что я была с вами. Это все прелестное, чудесное время. Чудесное. Спасибо вам большое. И спасибо тебе, Илюша. Ты очень много для них сделал. Очень много интересного. Дорогие ребята, я хочу сказать такое ощущение, что вы катаетесь вместе с детства. Настолько вы себя чувствуете друг друга, как влюбленные голубки. Понимаете? Настолько приятно вас смотреть и радоваться за вас. Спасибо вам вот за то, что вы делаете на льду, то, что вы сделали. И я думаю, что все телезрители, которые сегодня смотрят, и все мы будем вспоминать вас. И многие-многие годы, потому что вы действительно подарили для нас чудо. Спасибо вам большое. Алексей великолепный спортсмен. Я очень часто волновался за Аню, когда она сказала, что боится упасть. Обычно, когда спортсмен так думает, случается. Но она великолепно откатала. А что касается ее артистических данных, они несомненные. И мне очень ваши отношения понравились в ходе тренировок. Обычно как раз на тренировках проявляется характер, трудности и проблемы. Вы были как два голубка и также блестяще выступили. Я благодарю вас за тот подарок и праздник, который вы все нам устроили. Спасибо. Спасибо, уважаемые судьи, за теплые слова. Спасибо. Поздравляю, ребята. Леша, может быть, чтобы получить все шестерки, не хватило на льду цыган? Я заметила, что я не упала. Я так счастлива, что все остальное, оно уже... Я счастлива, что мы докатались, что мы, в общем-то, сделали практически все, что хотели. И дальше это как бы уже, ну как... Это... Мы тут уже ничего не можем сделать. Все, что могли, сделали. Спасибо вам огромное. Спасибо за теплые слова. Я даже не знаю, что сказать, кроме огромного спасибо от всего сердца. Леш, перед постановкой номера посмотрел фильм «Жестокий романс»? Примерял на себя образ? Не смотрел, но вспоминал. И Аня, спасибо ей большое. Она мне просто рассказала характер, рассказала, что я должен сделать. И, не знаю, надеюсь, что получилось. Потому что она мой учитель в этом непростом деле. И спасибо ей огромное. Еще один момент. Все четыре пары, которые дошли до финала, нам действительно, поверьте, нам очень трудно, но очень-очень приятно. И при этом сегодня людям, которые нас судят, намного-намного труднее. Так что спасибо вам огромное. Мы ценим это, и мы знаем, насколько это непросто судить и быть судьей. Вы тренировались, танцевали, переживали из-за оценок, были в номинации. 3 месяца вы шли к этому. И вот, наконец, вы в финале. Что вы сейчас чувствуете? Как уже финал, да? То есть это значит, что уже все заканчивается, да? Счастье, радость, что была возможность все это время находиться с партнерами, с судьями, со зрителями, которые вся страна полюбила этот проект, и действительно уже не важно, кто выиграет. Наверное, победит все-таки дружба, то, о чем мы говорили. У вас был первый стартовый номер. Вы справились блестяще. Я вас поздравляю.